Привет, друзья и гости моего канала. Мукбанг. Грибочки лесные. Ох, какие они сегодня. Я и без сметанки делала спагетти и пару помидорчиков. Водичка. Приятного аппетита. С пылу с жару. Они еще горяченькие. Ой, одна к одной отделяются. Я их не доварила сегодня. То я в прошлый раз забыла их. Поставила, они у меня и парятся, стоят. И грибочки с луком пожарила. У нас сегодня меленький дождик идет. Пасмурно. Уже вечер. 17:18. Вы знаете, мне кажется, вот эти вот грибы вкуснее, чем шампиньоны. Они такие ароматные-ароматные. Ой, как вкусно. Вкусненько. Короче говоря, ролики я заливаю на Рутуб. Туда заливаю. Этот же аккаунт, название этого же канала. Все то же самое. Пролистала. Ну, вы знаете, там много новых мукбангеров. Перезагружу туда на всякий случай. Конечно, очень много загружать. Ну, я вчера начала. Ну, штук 15, наверное, загрузила. Будем надеяться на лучшее. Духом не падать. Не надо падать. Зачем падать? Пусть там разговаривают, переговариваются, налаживают отношения. Да это Бог. Чтобы было все хорошо. Что наладилось, все, монеточку нам опять подключат. Все наладится.
не лезу я в политику. Грибочки вкусные. Вот вы знаете, я консервацию как-то вот я не очень ее люблю. Но вот знаете, огурчики еще поем, а помидоры как-то вот я их не очень. А рассол помидорный, да, вкусный. Купила я колеус еще семена. Такие, знаете, красные, пестрые. Три сорта. Я посею. А хочется, конечно, всего насажать. Ой, какие невкусные грибы, а. Но. У нас страшное пекло, друзья. Вот честное слово вам говорю, пекло. Каждый день ходишь со шлангом. А я вчера красила. Покраской вчера занималась. Купила банку краски. Хлеба нет. Две купила. Ведро купила. Краска. Ну, не знаете, она не краска, а побелка моющая. Она идет для стен, для кухни, для ванны идет. Белая. Она высыхает, ее можно потом мыть. Там где-то пятнышко загрязнилось. Прям свободно моешь, и ей ничего не делается. Ну и все, наелась я, друзья. Ой, с пылу с жару, все вкусненькое, все свеженькое. Ничего не красилась я. Ну на этом все, друзья, пока. Не грустим, друзья, хвост трубой. Пусть переговариваются, пусть там они все налаживают отношения. Надеяться, будет все хорошо. Пока на этом.